Узбекистан вошел в десятку самых безопасных стран мира. Наряду с этим в ежегодный всемирный индекс закона и порядка вошли Китай, Сингапур, Туркменистан, Исландия, Кувейт, Норвегия, Австрия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. Сингапур и Туркменистан заняли лидирующие позиции, набрав по 97 баллов из 100. Китай занял третье место, набрав 94 балла. Исландия и Кувейт по 93 балла. Норвегия, Австрия, Швейцария, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты разделили по 92 балла. Самый низкий рейтинг у Афганистана, набравшего всего 43 балла, а средний мировой составляет 82 балла. Здесь стоит отметить, что рейтинг составляется на основе опроса жителей разных стран. К примеру, им задают вопросы, доверяют ли они полиции, боятся ли ходить по улицам в ночное время суток, грабили ли их или их родственников в последний год.